Jumptron. Черная пятница на носу, а это означает, что бабулю затопчат снова в очереди, потому что она хочет купить одно и то же. А именно дерьмовые видеоигры. Что, ты купила мне Монополию для NES 64? Это круто, если бы я жил в 1964 году! Ведь в те годы было достижением дожить до 35 лет и не сдохнуть. Мы все знаем эти игры. Игры с самого дна, буквально с самого дна ямы видеоигр. Но среди таких игр есть один жанр, который держит планку. Plug and Play Games. Знаете, вот эти. Зачем тратить $50 и покупать игру про Спанч Боба на Wii, потому что, ну, кто знает, там ведь еще надо подключать какие-то непонятные провода, куда они втыкаются, это все сложно, а забейте. Ведь за $20 можно купить этот шедевр чародеев, он прямо подключается к телеку, в нем уже куча игр, и еще, самое важное, он выглядит как лицо Спанч Боба, это типа что, 1000 игрушек в одном? Plug-and-play игры были уже почти век как популярны, однако наиболее популярными они были в начале 2000-х. Издавались они компанией Jack Pacific, это было задолго до того, как было легко что-то скачать и портировать на другую консоль. И знаете, оглядываясь на все это назад, понимая, что... Это имеет смысл, ведь кто бы не взглянул, сказал бы... Вы что, серьезно хотите сказать, что в этой маленькой коробочке 10 игр, которые вроде как умещались на вот этой огромной фиговине? Ну что ж, тогда впишите меня и всю Америку в это, у нас в конце концов еще пара лет до глобального кризисом можно и зажечь. То, что поначалу было обычным невинным переносом игры на маленькие консольки, обернулось довольно серьезным бизнесом. Эти штуки были повсюду, посмотрите только на те, что есть у меня. Это типичные штуки от Namco, довольно клевые, ну, клевые, да, нормально. Полно таких штук на Marvel тематику, это на Spider-Man, я думаю. Эй, Спайди, можешь подвинуться? Ну ты знаешь, чтобы я мог поиграть. Большинство из них это просто пенисы, вот это вот пенис Спайдермена. Тыкай в кончик. На это стрёмный пенис того жуткого голема из фантастической четверки. Тебе нормально? Тебе хорошо? Прости, чел, я не обязан это делать. О мой бог, а это как-то по-варварски. Бедный ублюдок. Мерзость, ю! Это очевидно пенис Шрека. А вот этот мой любимый, это Спайдермен смотрит на ваш член. И ничего ты с этим не поделаешь. Его кто-то так сделал. О чем они, блин, думали? Клёвый, не клёвый, ни хрена! Кажется, Скуби познает основу любви на этом фургончике, а Фред такой: «Нет, Скуби, нет, это детское шоу!» Я должен быть честен, не все эти игры просто ужасные. Скуби-Ду, например, нормальный, графика ничего так. Игры Марвел тоже неплохие, сайд-скроллеры, битэмапы. Ты перестанешь на них играть быстрее, чем они тебе успеют надоесть. Но нет-нет-нет, есть и ужасные. Например, там, где вы ходите в канализацию и ищете ящера. Вечность. Всю свою... А вот и он! Замечательно! Шрек Гольф, а? Просил ли я об этом? Конечно же, каждый хороший продукт позже будет спирачен тысячи раз. Спросите моего лучшего друга, Роберта Копа. И не забудьте союз борьбы с преступностью. Чувство правосудия. Здесь есть все. Бэтмен, Супермен, Шрек, Машина. О, нет. Что я хочу сказать, так это не уйдет много времени, чтобы перечитать все хорошие plug-and-play консоли. Леди и джентльмены, я представляю вам лучшую консоль. Вы сидите, да? Game Philip. Идеален для детей без шеи. Наконец-то! Игровая консоль для меня! Современные аудиоэффекты, навороченный контроллер, потрясная 3D-графика и фантастический звук. И в довесок 88 игр в одной. Ну все, они купили меня с потрохами. Что это? Подождите, 8-битная графика? Вы же говорили, что у вас потрясающее 3D. Филипп, ты же ёбнулся! Эта игра, кстати, имеет разрешение на то, чтобы ее продавали. И смотрите, смотрите, теперь в комплекте кабели. В предыдущих версиях-то вы их не добавляли. Это сработает. Ладно, хватит уже о коробках, давайте поговорим о том, что внутри. Окей, Человек-паук, наверное, хорош. О, погодите-ка, он и вправду хорош. Но это же просто порт CNES. И вообще, это тут все просто порт CNES, просто переделали немножко название. 634 Кен? Никогда о нем не слышал. Ха. Тут у нас настоящий чемпион. Маленький Марио? Хм, они не обманули. Он действительно настолько маленький, что я его, блядь, даже не вижу. Это все просто жалкие порты с NES. Мне это не нужно, я хочу увидеть того, чего не видел раньше. Возможно, на этой консоли я найду ее. На Power Cracker.
Как гласит коробка, на лучшей игровой консоли планеты! Вот, чего же мы ждем? Давайте уже поиграем! На этой консоли 76 тысяч игр! Господи, да это... Я за всю жизнь вас только не переиграю! О мой бог, их правда 76 тысяч! Какой ужас! Придется выбирать... Подождите-ка, что это? История игрушек? И на что же это похоже, а? Цирк Чарли, а? Я не припоминаю этого в фильме. Опять же, это все просто порты с NES. Да что ж такое, я хочу посмотреть на что-нибудь новенькое. Здесь нет ни одной оригинальной игры, все просто порты. У вас 76 тысяч игр и ни одной оригинальной. Можно сделать миллион, бесконечно, с него бесконечно, так что вам похуй. Ладно, давайте просто попробуем Супер Марио, хотя бы я знаю, что это. У меня есть пара вопросов. Злюсь? Я не злюсь. Как можно злиться на консоль, на которой есть аж целых 500 версий ебучего цирка Чарли, мать вашу? Я норм, ну тебе пиздец. Ладно, кажется, это последний шанс для меня найти консоль, которую никто раньше еще никогда не видел. Ну, я, кажется, приберег лучшее напоследок. Pro Games, ты хочешь быть профи в играх? Тогда тебе понадобится это, сосунок! Здесь 51 игра в одном, и они все оригинальные. Я уже сгораю от нетерпения. Давайте запустим и посмотрим, как это меняет жизнь. Нет. Нет, это не... Это не могут быть очередные порты с NES. На коробке было написано, что игры оригинальные. Ой, ты проклят! Чё? Ну а вот и они. Why? Подождите, вы хотите, что... Чтобы поиграть в эти игры, я должен достать картридж? Чтобы играть в игру? Я думаю, я должен быть разочарован прямо сейчас, но в данный момент мне нечего сказать. Ну давайте уже начнем. Я выбираю игру... Бей мышей! Знаете, это название меня зацепило. И их тоже, потому что они аж дважды указали эту игру на коробке. Ого, в комплекте идут ночные кошмары. Бей мышей! Мышей! Что, одной мыши мало для тебя? Так вот тебе еще! Хочешь еще больше? Да ты просто чудовище! В этой игре вы играете обезьяны, которые кидаются, что это, я не знаю, спальный мешок? В мышей, что лезут на твою стену? Да, ты хочешь убить этих мышей, но хочешь делать это не сразу! Также ты хочешь остановить этих мышей перед тем, как они залезут в дырочку, и иногда ты должен собирать этот пауэрап, потому что без него игра совершенно невозможна! Ну, вроде с этой игрой все понятно и просто, давайте, все, следующий! Существование? Ну, я вроде пытаюсь. В хороших играх тебе задают философские вопросы, но лишь в шедевре в названии. Вы только взгляните на этот огромный копирайт. 200-517-604 пройдут миллионы перед тем, как эту игру запретят. Гениально! А, это игра про рыбок. Я понял это по названию. Это просто переделка другой игры с NES. Но только здесь есть этот жуткий, сводящий мне с ума саундтрек. Нет-нет, я не придуриваюсь, здесь всего 8 секунд, он повторяется снова. Возможно, он хорош для ребят вроде вот этой вот рыбки, у которой память всего 8 секунд. Знаете, я тоже задаюсь философским вопросом, какой хера все еще играю в это? Ну окей, что там дальше? Так, милая рыбка. Господи! Милая рыбка, где же она? Вы ж не про этого чувака. Я думаю, они не имели его в виду. Окей, мы прошли этот жуткий экран загрузки. Так, я вижу, я определенно понимаю, что здесь происходит. О, окей. Милая рыбка, я понял. Ничего я не понял. Мое внимание несколько привлекло то, что все эти игры, ну знаете, про воду. Эта игра называется Core Idor. Восхитительное название. Жаль, что ты проиграешь за пару секунд, потому что игра невероятно, блин, быстрая, и куча всякого дерьма летит тебе в рыло. И ее больше нет. Все, дезинтегрировалась. А это M-Day, с пробелом в названии, потому что это имеет смысл. Также у нас тут есть опасная зона. Ну, кто бы мог подумать. Что такого есть под водой, что заставило их сделать все эти игры? Это потому, что их так легко спрограммировать, или потому, что весь задник просто синий? Окей, водяной огонь. Ладно. Я вижу достаточно воды, но... Нигде не вижу огня, знаете ли. Знаете, я наблюдаю за этим ужасом уже 10 минут и все еще не понял.
Как же в него правильно играть? По идее, я должен стрелять в эти бочки из этих шариков. Но этот парень всегда побеждает. Почему? Почему побеждает? Мы не можем жить в мире полного хаоса. Кстати, музыка играет только, когда вы поворачиваете колесо. Смотрите! И еще немножко налево. Так мимолетно он и пролетает. Как поцелуй ангела. Xmas Gift. Ну ладно, ладно. Я уверен, это почти Рождество, только вот это вот пиратский Санта. Кажется, тут у него даже два пиратских глаза в комплекте. Интересно, что он видит? Интересно, видит ли он вообще? Подождите, эта игра называется Xmas Подарок или Подарок на Xmas? Может быть, в названии просто скрыта теорема, например, теория вечного счастья? Забейте, какой-то дебил просто не понимает по-английски. В рождественскую ночь злой облачный Санта не прочь раздать подарки взрослым детям и девочкам и совсем недорослым. Подождите, кажется, только один пацан получит подарки. И швыряется он просто лютым дерьмом, хомяками, бананами, гайками, которые, походу, наносят нам урон. Я не знаю, что происходит, но это плохо. О, мой бог! Merry Christmas! Знаете, сначала я не понял, но теперь я понимаю, эта игра воссоздает древнюю германскую традицию, которую мы знаем на все времена. Мы должны поймать эти злые подарки с неба, которые нам посылает ужасный Санта, дабы мы могли наконец-таки покорить мир и насытить дух нашей жадности. Ну окей, сворачиваемся. Я не хочу попасть в лист плохих мальчиков этого Санты. Окей, что тут у нас? О, что? Змейки из Эда Сити? О каком городе конкретно идет речь? И вообще, это змея из книги джунглей. Это одна и та же сраная змея, только здесь он выглядит так, будто насадил на ковер и ждет неприятность. Плохая змея, плохая! На тебя есть авторское право. Я просто обязан узнать, что же на этой игре. Это ебучая змея. Просто ебучая змея. Ебучая жопа пожирающая ебаная змея, сука! Нет, знаете что? Знаете, я не уйду, пока кто-то не объяснит мне, где здесь, мать вашу, это Сити! Просто пойдемте поиграем в что-нибудь другое, пока меня не хватил ёбаный удар. Я все! Я выпал! Поп-монстр просто прыгает на платформы. Мне кажется, ему и не обязательно. Знаешь что, поп-монстр, смотри, сзади тебя стоят аж целых три лестницы. Не рискуй собой, это просто вот это. Снова, снова, и снова. А музыка это просто... Снова, и снова, и снова! Дальше! Следующая игра называется «Кавалерия». И походу единственное, кого тут ковалычит, это сам экран загрузки. Мы уже идем, парень! В этой игре ты должен убивать тех, кто просто хочет приземлиться на землю и нажимать Y, чтобы прыгать как волшебник! Я сломал ее? Я сломал ее, господи, дорогой бог, пускай я ее сломал. Кажется, игра тоже спирачена, это же просто клон Space Invader. Хотя это никакие в жопу не захватчики, они ничего особо и не делают. Они просто падают вниз. А робот это то же самое, полная херня. А лучник просто кидает стрелы своими руками. Кажется, он забывает основные правила стрельбы. Например, наличие лука, хотя здесь мы видим, как все зарождалось. И это невероятно интересно и философски. То же самое, что и кавалерист, только кидаемся мы ананасами. И наконец-то последний человек. Но он последний из выживших. Вот только это неправда. Тут как минимум еще два или три человека. Я устал от тебя, ты лгал мне. Ой, не забудьте о моем любимом. Стреляющие шарарики. Ой, простите мой английский, тут на самом деле написано шишающие шишарики. Еще одна игра про Санта-Клауса. Эй, да это то же самое, что и подарок на Xmas. Что ж такое? Только Санта добрый, ну и графика получше. Погодите-ка, подарок на Xmas — это спирачная игра Санты. Это пиратская игра, спирачная с пиратской игры на пиратской консоли. Господи, это же все как в фильме Кристофера Нолана «Начало». Я иду дальше, Лео. Окей, дальше. У нас есть храбрый мальчонка. Кажется, этот экран любит давать определения, а я люблю приключения, ведь я храбрый мальчонка. Не настолько храбрый для этого. Что вообще это такое? Когда монстр в этой игре ловит тебя, ты должен помыть его? Выведи эту сценку сразу, как запустите игру, потому что проиграете за пару секунд. Это даже не вы на заставке, это какой-то синеволосый парень, который почему-то носит синий шарф в ванной.
Судя по логике этой игры, мы должны как можно дольше избегать монстров, чтобы как можно больше собрать шариков, чтобы потом разморозить этот меч и в конце концов, наверное, победить. Когда мы находимся в этих штуках, трубах, что это? Этот парень нас не может трогать. А он, этот парень, может поймать вас где угодно. Он может проходить сквозь здание. Даже когда вы только чуть-чуть коснулись его макушки, когда он вне здания, а вы в здании, вы все равно проиграли. Я хочу мыться, уёбок. Пошёл ты, свали, свали нахер! Вау, этот мальчик был настолько храбрый, что отправил другого взять меч. Волшебная кухня! Сюрприз! Это кучка фруктов самоубийц, которые прыгают на книгу на колёсиках дальше! Эта игра просто называется «Мир коробок». Посмотрите на этого медведя, посмотрите на этого веселого сукиного сына. Он знает, зачем мы здесь. Здесь ни хрена нет, кроме коробок. Ты чё, Мэри Поппинс ожидал? Эта игра тоже просто копипащена Сеги. В этой игре мы просто должны двигать коробки. Ура! По-моему, то же самое мог делать на своем грёбаном калькуляторе. Остальные игры просто ужасны. Это какой-то жуткий набор пазлов. И все эти пазлы просто ужасны. Здесь есть пазл, отгадайка, тетрис и куча игр про газон. Да, здесь есть поле редиски и... Ощущение газона! Почему я должен в игре очистить газон? Какого черта? Я над ним занимаюсь в обычной жизни. Игры должны помогать мне избежать этого, а не заставлять делать. Тут даже есть такие игры, как Stop Games. Ну, лично я предпочитаю называть их «Складывай ебучие панки». Окей, что дальше? Я здесь для того, чтобы послушать, как жирная тетушка поет. Давай! Окей, у нас тут есть убийца микробов. Хоть звучит нормально. Я чувствую себя таким грустным, я не могу объясниться. Окей, следующая игра называется «Выход наружу», и лучше бы этой игре дать мне немножко любви, как на обложке. Я не понимаю, что здесь происходит. Идешь направо, когда должен идти налево, налево, когда идешь направо, здесь нет логики! Здесь нет выхода, не так ли? Я застрялся на вечность и вынужден вечность играть в эти говёные игры! Одна из немногих работающих здесь игр называется Extreme Robot, и сюрприз, это просто контра. Окей, я уже начинаю довольно уставать от этого. Как насчет того, чтобы я снял комнатку в отеле и немножко вздре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 р
Cardiac Valve? Это великолепно! Это лучшая пиратская игра из тех, что вообще есть! Зягет! Господи, я не могу дождаться, что дальше. У нас тут коробочный Версел. Может, я просто проведу черту у этой игры? Здесь Майк Тайсон дерется с Дуэйном Джонсоном. Это две разных игры или одна игра в одном? Может, они решили объединить виды спорта? Вы не заставите меня! Помогите мне! Пожалуйста, вышлите помощь на адрес 123.помощь! Это борьбительная игра, в которую я играл. Следующее! О, как! Это выглядит довольно неплохо, в смысле, это древнекитайская битва, чем может пойти не так? Просто пускай она будет хорошей, пожалуйста! Она... отвратительно. Они все отвратительны! Тупые куски уёбка сосут яйца, говно! Все эти игры просто содраны с других! Это содрано с Алии Хогана, это содрано с Утиной Фермы, Дикий Стрелок, Даймонд с Аргоноида, Близкий Четвертак, Топ Ган, Ужасный Алии, вы поняли это, Теннисный Стол, ёбаный Понг! Окей. Последняя игра. Дадим ей шанс, звезда. Последняя игра из всех. Сможет ли она спасти все остальные игры? Может ли? Ты справился, Джон. Пиратский Майкл Джексон? Ты смог, теперь ты с космоса. Нет, этого не может быть. Ты сыграл во них все, Джон. Теперь ты можешь стать мастером копирайта. Нет, не используй магию на меня!
перевел и озвучил Чучубак. Пожалуйста, подпишись на канал, ты очень меня порадуешь. Чмавки.